Друзья, всем большой привет! С вами Виктория. Сегодня готовим турецкий шоколадный пирог или турецкий мокрый шоколадный кекс. Существует несколько разных названий. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты, которые вы видите на своем экране. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Сразу подготовим форму. Желательно использовать формочки прямоугольные либо квадратные. Размер моей формочки 25 на 30 сантиметров. Смазываем ее сливочным или растительным маслом. И ставим разогреваться духовку на 180 градусов. Замешаем тесто, в миску выбиваем 3 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 1 стакан сахара. У меня в стакан вмещается 200 грамм. И взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса хорошо увеличилась в размерах. У меня на это обычно уходит 3-4 минуты. Теперь добавляем сюда 200 миллилитров молока. Очень удобный рецепт. Все можно делать без весов. И добавляем 100 миллилитров растительного масла без запаха. 100 миллилитров это примерно полстакана. По желанию можно добавить экстракт ванили, у меня 2 чайные ложки. И еще раз недолго перемешаем миксером. Полученную массу просеем 1,5 стакана муки. 1,5 стакана это примерно 180-190 грамм. Ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. И 4 столовые ложки темного несладкого какао. И добавим разрыхлитель. У меня здесь 2 чайные ложечки. Если вы пользуетесь содой, то можно погасить 1 чайную ложечку соды уксусом. И теперь перемешаем все до однородной консистенции. Тесто получается не густое, а вот такое, посмотрите, как очень жидкая сметана. Переливаем тесто в форму и отправляем запекаться в ранее разогретую до 180 градусов примерно на 35-45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем, как всегда, до сухой зубочистки. И пока пирог у нас запекается, приготовим шоколадную глазурь или, как бы я даже сказала, шоколадный соус или заливку. Для этого нам понадобится молоко, сахар, какао. В оригинальном рецепте используют подсолнечное масло и сахар. Я буду использовать вместо подсолнечного масла шоколад и добавлю поменьше сахара. А вы ориентируйтесь на ваш вкус. В ковшике смешиваем все ингредиенты, стакан молока, 3 столовые ложки темного несладкого какао, 100 грамм темного шоколада. Я добавлю 3 столовые ложки сахара. В оригинальном рецепте добавляют 1 стакан, но для меня это слишком много. Ковшик ставим на небольшой огонь, все перемешиваем до однородного состояния и доводим массу до закипания. После закипания провариваем массу буквально пару минут и убираем с огня. Пирог у меня запекался ровно 35 минут. Проверяю его деревянной шпажкой. И еще горячий пирог нарезаем на порционные кусочки. Обратите внимание, как пирог мягко режется. Также для того, чтобы пирог пропитался еще лучше, с помощью зубочистки я сделаю множество проколов. И заливаем пирог сверху еще горячей шоколадной глазурью. И в таком виде оставляем пирог пропитаться примерно на 2-3 часа. Пирог остыл. Я еще раз прохожусь по нарезанным местам. Я для красоты немного присыплю пирог орешками.
давайте же достанем кусочек и попробуем. Пирог получился очень сочный, вкусный. Ставим чай, кофе и наслаждаемся.